С 1 июля загородные лагеря смогут принять первых школьников, но только при условии, что улучшится эпидемиологическая ситуация. Подготовка в связи с коронавирусом прошла в усиленном режиме. Две смены по 21 день. При благоприятном прогнозе дети заедут в лагеря и санатории не на две недели, как предполагалось в мае, а все же на три. Столько времени необходимо для оздоровления организма, считают специалисты. До и после каждого заезда будут проведены дезинфекционные мероприятия. Детей в лагере будет значительно меньше, чем обычно. Оздоровительные учреждения заполнят только на 50%. Конечно, родители должны понимать, что в лагерях создаются условия, безопасные условия, и родители должны прекрасно понимать, что посещать лагеря они не могут. У нас есть телефоны, они могут общаться, вожатые все взрослые, работники лагерей будут делать все для того, чтобы была возможность связаться, пообщаться с родителями. В тех лагерях и санаториях, куда заедут дети, в этом году должны быть созданы особые условия. При расстановке мебели в столовой должна соблюдаться социальная дистанция. Мероприятие проводится только внутри отряда. В помещениях должны быть дезинфицирующие средства. Усилен медицинский осмотр в лагере. Принять детей готовы 15 лагерей Чувашии. Не только для отдыха, но и для оздоровительных процедур. Санаторий «Лесная сказка» в том числе. До этого там находился обсерватор. 2 июня из него выехали последние пациенты, которые находились под медицинским наблюдением. Провели дезинфекцию. В случае снятия ограничений руководители детских оздоровительных учреждений обещают организовать заезд за один день. Татьяна Трофимова, Алексей Изотиков, Николай Скворцов, Республика.